По итогам 6 этапов казахстанские экипажи на «Дакар-2014» расположились на 40-м, 25-м и 13-м месте. К слову, 6-й этап для экипажа «Астана Моторспорт» стал одним из самых сложных. Трасса в 150 километров, которую преодолевали спортсмены, несмотря на ровность, состояла из резких поворотов. Но, несмотря на это, экипажи справились с поставленной задачей. Сами спортсмены говорят, что пока берегут автомобили, ведь впереди более сложные и длинные дистанции.